Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра Киберпанк 2077. Добро пожаловать, и мы, в общем, продолжаем наше путешествие по игре. Сама игра, в общем, мы проснулись после того боя. И, как говорится, спал. Смотрите, кто живой. Привет, нормально спалось? Молодец, Ви, налет по всем правилам. Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Ха, если следующий раз будет. А я спала как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Погоди. Я думал, ты возвращаешься к Альдекальдо. Остаешься в клане. Все так и есть. Пойдем. Вчера, когда мы с тобой спорили с Солом, вы оба наговорили херни, но в одном я с ним согласна. Духи и этот набег — это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я… Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее, она мне хорошо послужила. Снайперскую винтовку. Использовать. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно, спасибо тебе еще раз. Погоди, насчет прошлой ночи. Слушай, давай лучше не будем об этом. Я просто… Не хочу так. А как ты тогда хочешь? Как-то вот так. Давай, удачи. И тебе по нам. И все? И помни, я у тебя в долгу. В других обстоятельствах я бы сказал тебе, езжай за ней. Но сейчас ты только глянь на нее. За такими девушками нелегко угнаться. Можно только надеяться, что они сами тебя подождут. А тебе-то что? Не знаю, может, что-то вспомнилось. Неважно. Ну все, посмотрели на жопу мира, пора и обратно к цивилизации. Давайте первая репутация, новый доступный заказ, опять карта, в общем. Все отлично, только вот здесь меня интересует, кто это, Тедди. Не знаю даже. На севере как-то поприятнее было. Песка поменьше, а тут чешется все. А тут еще кто-то. Как себя чувствуешь? Свободным. Это лучшее чувство на свете. Вы с панам закопали топор войны? Ха, я бы сказал, что это скорее была секира. Их сложно закопать и еще сложнее не откапывать время от времени. Но я настроен на лучшее. Наша девочка все-таки старается ради клана. Знаешь, почему я люблю читать? Только литературный вымысел помогает найти в этом мире что-то разумное. Я поеду скоро. Да, нам тоже пора. Сейчас только радиатор немного остыл. Спасибо, Ви. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Ясно. Хорошо. Я тут еще вокруг я обойду, вдруг что найду. Интересное может быть, может и не быть. Мусорка, машина разбитая. Че это, не знаю, какая-то аппаратура. В общем, ничего такого. Ясно.
общем, бывать. Дождитесь, пока тут Такемура это. Ну давайте возьмем еще какой-то. Это как его? Подождать, пока он позволит. Подождать открытия церкви. Ну вот. Сейчас, кажись, сама оно. Сведения, которые дала нам Акада, очень пригодились. Кроме того, я и сам кое-что узнал. Надо встретиться. Где на этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста? На уличном рынке, в южной части Джапантауна. Он на пешеходном мосту над улицей. Поднимись на лифте. Там легко потеряться. Я сейчас иду туда. Не заставляй меня ждать. Хорошо, сейчас я тут только это... Подберу тут кое-что. О, да. Прикольно. Вот это вот что такое. Ладно, поехали. Подождать открытия церкви. В одном деликатном вопросе. Ты это сможешь. Почему я? Почему именно я? Есть какая-то причина? Мне тебя порекомендовали. И кто же? Я бы не хотела говорить по телефону. Мы можем встретиться и обсудить подробности. Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Это позже, сейчас мы такой мурой встретимся. Ух, и мотоцикл. Я не удержу.
Эй, с кем имею честь? Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работаю. По смерти. А, у меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. А у меня тут проблема. Слушаю. Мне нужен пилот, рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж, изложу детали. Хорошо. И где это твой гараж? В Арое на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо, постараюсь. Если меня не будет, просто подожди. Я туда вернусь, как только смена в баре закончится. Ладно, пока, Клэр. Remember to take only certified neuroenhancing supplements. Some parts of the brain are irreplaceable. Надо на ту сторону перейти. Разойтись. Вот. Здрасте. Дальше куда что? Тут полицейский, здрасте. Я не понимаю, неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. И как вы хотите это устроить? Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Так, а дальше? У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить. Но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуки? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Давай щепку. Что называют щепка? Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана.
особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Попасть в комнату охраны. Ви! Мусора столько. Да ладно. Сила не это. Серьезно. Загадочно приплыли. Программу. Давай. Блять, сработало. Что тут еще можно все брать? Обсудить план с таком морой. Сейчас, секунду, я тут позабираю все, что им не нужно здесь. Серьезно? Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот Арасачий выродок будет нам как-то полезен.
Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Может, пристрелим, может, нет. Посмотрим. Рад, что ты меня понимаешь. Только смотри, нашему песику тоже могла прийти в голову такая мысль. Это что такое? Ты, Якитори. Смотри, я составил план. Раз, мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два, во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. Это такой хитрый ритуал сеппуку? Что? Почему? Вы явно хотите, чтобы нас всех убили. Только не понимаю, почему. Я знаю, что мы сильно рискуем. Но у нас нет выбора. Вся наша надежда на Ханаку-сама. Нам обоим уже нечего терять. Это видно по твоим глазам. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытного вора. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Повар! Сделай погромче! Я принял решение устроить контингент нашей службы безопасности в Найт-Сити. Президент Майерс... Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Скажите, что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Юринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это... ксу. Чего вообще Юринобу решил бунтовать? Этого не знает никто. Я постараюсь его спросить лично. Фракции внутри Арасаки? Какие, например? Три основные. Киджи, Хато, Така. Киджи за стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханаку-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичику-сама, внучку Сабуру-сама. Я мало о ней знаю. Атака — это группа предателей, которых собрал Юринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама... был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь, Ханака-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. По-вашему, в смерти Сабура тоже она виновата? Думаю, мы все виноваты. Мы позволили себя обмануть. Но скоро мы все исправим.
Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки, пластик. А я съем. А еще можно съесть? Я же должен доесть. Вот. Вот тебе опилки и пластик. Теперь пошли. Бля, куда? Куда пропал? Алло, мы же должны куда-то идти. Алло, алло. Кто здесь? Нормальный ход. Идем. Я нашел хороший наблюдательный пункт. Осталось только туда забраться. Сюда, что ли? Ничего себе. Чего так долго? Я уже быстро тут. Теперь туда. Куда туда? Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я здесь. Ну, рассказывай. Как дела? Чё нового? Собраться на крышу. 8-й этаж. Надо как-то осмотреться. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов? Да. Можно начинать. А, вон те штуки. Расканировать территорию. Спутниковая тарелка. Ви. Чего? Здесь технический туннель. Через улицу идет технический туннель. Мостик. Есть мост, но он охраняется. Прожектор. Пойдем туда, если другого пути не будет. Ворота. Спутник отторял систему связи. Вижу систему спутниковой связи. И охрану. Я могу устроить там диверсию. Труба. Трубы. Видите? По ним можно пролезть внутрь. Весьма неплохо. Кажется, я все увидел. Ты же хотел пойти на разведку. Разведывай как следует.
Я думал, что от тебя будет больше пользы. Светку. Я вам сказал, тут больше ничего нет. Давай, отберутся дети. Вот-вот. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Ты так же говорил, когда входил в Кампеки Плаза? Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Я бы еще был, а? Ладно. Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Бакенеко? Что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Вы верите в духов? Благодаря биочипам вполне можно говорить с умершими. Это уже не вера. Это факты. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Китсуне, Капа и как раз о Баканеко. А где вы выросли? Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. И каково это было, расти в Чибе-11? Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Арасака отбирала детей, но только чистых. Транспортеры, говорите? Да. Чиба-11 занимала первое место по убийствам в Японии. Думаю, сейчас занимает. Для чего им нужны были дети? Для корпоративной армии. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. Если бы не этот шанс, вы так и жили бы в нищете. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Поглядите вокруг. Вот он. Дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из Чиба-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Давайте закроем эту тему, я устал спорить. Иногда мне хочется стать кочевником, убежать от этого мира, забыть обо всем.
Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клана не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Камбэке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласен. Долг живых – воздавать должное умершим. Ханако-сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Да, в общем-то, сейчас, по идее, кажется, должны начаться эти... Я думаю, что нам пора размяться. Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Вернуться на улицу. Что-то тут изменилось? Вроде нет. Куда идем? С пяточком большой-большой секрет. О нет. Давай тут по-быстренькому пробежимся, может тут что-то найдем. Ну да, это мы тут и стояли. Иду. Не останавливайся. Я уже тоже в лифте. Погнали. Ну, чё, рассказывай. Выспался? Все нормально? Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. Да, конечно. Закрылась за борт и медленно умеешь. Упасть в промышленный парк Арасаки. Ты что, уезжаешь без меня? Серьезно? Все нормально, все бросил меня. Куда ты поехал? Вообще жесть. Взял, уехал. Как нам туда попасть? Ясно. Ну, через колючую проволоку. Она тоже. Да.
каким образом нам туда попасть, а? Здрасте. Да лестница, алло, ты что не работаешь? Противник, вступаю в бой! Что за перегрев? Что-то я не понял. Блин, опять перегрев. Что, камера что ли? Ага.
Надо синхронизироваться! Надо синхронизироваться! У нас потери! Это получше.
Трехслойный бронежилет, розовая пудра. Давай. Ясно. Ясно.
Итак, мы возвращаемся. Прошу прощения за ожидание. Возникли кое-какие деловые переговоры. И, в общем-то, мы тут все, да? Вдруг принадлежит панам. Быстро перезаряжаться, точно стреляет. Но я что-то не вижу. Потенциал раскроет уровень характера, сил достигнет 6 уровня. Ясно. Пулемет решала. Что там 197? От врага, по которому вы попали. Двуствольное ружье 169. Ну, можно было, конечно, 9 и вот это вот кинда. Ну и это давай. Остальное еще поддержим. Так, персонаж. Атлетика. Восстановление. Физичный молот. Грузоподъемность увеличена на 60%. Здоровье медленно становится в бою. У него зимний запас здоровья увеличится на 10%. Железновольт способность увеличится. F. Все? Или еще можно? Да? А сколько? А, 3 доступных очка. Спастер увеличен на 10%. На 20%. Уничтожение. Пристреляясь из дробовика и ручного племя увеличится на 3%. Отдача пристреляясь из дробовиков и ручного племя 10%. Стрельба без пауз. Призарядка дробовиков ручных. Личный бой. Пассивно. Понятно. Сила. Реакция. Ла-ла-лам. Пам. Гангоствольные клинки. Пассивно. Час расплаты. Разгадические клинки. Винтовки. Техника. Нервное тело. Вы можете найти модификацию или назад для оружия с вероятностью 50, когда... Недостаточно. Интеллект. Крови.
решение. Стрельс 5%. Кристалл. Абсолютно наносить 2,5-кратный урон при скрытой атаке. Но уменьшает базовый урон на 25%. Ясно. Импланты. Перезагрузка оптики. Время отправки 5 секунд, восстановление 10 секунд, ключи от оптического импланта или целевременно лишающие. Я на месте. Да, я слышу. Я просил не шуметь. Ну извините, что-то пошло не по плану. Ты беги к платформе, а я их отвлеку. Thank you.
прожектор. Сворот. Неплохо, ничего не скажешь. Так, 1S9. Включить камеры. Потери!
Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Как их можно это? На меня напали! Я тебя все равно найду. Мы уязвимы!
Соберитесь, не зевать! Это точно нет. Так. Одежда. Где-то там. Ну, в общем-то, как бы все с этим. Использовать.
все это Так, это даже нет. Все остальное это еда. Вообще. Патрульника плачет меньше урона от взрывов. Все. Платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви,
Лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Сработало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.
сейчас закрыт. 22:47. Мы тебя ждали. Это ты, заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. И это мы узнаем в следующей серии. С вами был Вадим Сена, игра Киберпанк 2077. Увидимся.